Всем привет из солнечной Белоруссии! Это я, конечно, шучу. Сегодня у нас 26-е, девочки, апреля. У нас, можно сказать, весна заканчивается, и мы тут уже должны иметь легкий загар. Но нет. Так, ну, тот узор, то видео, которое все так давно просят, это косы, которые я вязала в своем кардигане на заказ а-ля Лало. Если кто-то еще не видел, я вам ссылочку оставлю. Можете посмотреть, можете и не смотреть, кому, короче, как интересно. Так, свой кардиган я вязала из пряжи Alize Lana Gold 800. Это полушерсть турецкая. Я думаю, что все эту нитку знают. У меня тут остались клубочки, поэтому я из них и буду вязать. Мне пригодятся, естественно, спицы. Спицы это у меня номер 5. Вяжу я в 3 нити. И кардиган вязала в 3 нити. И пригодится мне булавочка. Кто-то там умеет вязать косы без булавок. Я не умею. И, честно, я просто даже и не вникала еще, как это можно сделать. Пока мне не до этого. Так, у меня моя коса состоит из 15 петель. Между всеми косами у меня 2 изнаночные петли в моем кардигане и по краю изделия. То есть я вязала кардиган одной тушкой, без швов. У меня сразу была полочка, спинка и полочка. И вот по краю изделия, там где планка обычно, у меня там было 3 петли, которые я вязала платочной вязкой. Я их потом подшила для того, чтобы краешек был такой аккуратненький, немножко объемный. Но мне показалось, что так будет красиво. Так, показываю, как вязать косу. Ничего сложного нет. И, ну, если вы хотите посмотреть, я, конечно, покажу, мне не жалко. Я буду вязать 2 раппорта для того, чтобы показать потом, где вы должны померить эту косичку. Набираю я, значит, у меня 2 косы. Простите. 2 косы это будет 30 петель. Между ними 2 петли кромочные, это значит 32 петли. И я буду вязать сейчас еще по 2 петли по бокам. Это получается уже 36. И 2 кромочные. 38 петель набираю. 2, 3, 4. Ой. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 38 петель. Я всегда завязываю узелок. Мне так когда-то показали, я так всегда делаю. Набирала на одну спицу я свой кардиган, когда вязала, для того, чтобы край был, нижний край, вот, был более стянутый. Там, когда мне пишут ВКонтакте в сообщениях, чтобы я описала саму косу, я, конечно, описываю. И всегда возникает один и тот же вопрос, почему у меня переплетение в 10 ряду, ведь 10 ряд, по сути дела, изнаночный. Объясняю, почему. Я просто на самом деле никогда не задумывалась об этом. Ну, сейчас просто объясню, когда в следующий раз там где-то будете у меня что-то спрашивать, буду подсказывать, будете уже понимать, почему у меня так происходит. На самом деле, когда мы что-то вяжем, у нас всегда нечетные ряды, то есть 1, 3, 5, 7 там, и так далее. Это у нас лицевые ряды, а 2, 4 четные ряды у нас изнаночные. У меня все наоборот. Я не люблю, когда она... Ну вот я набрала петли и сейчас должна вязать, да? И у меня получается сейчас будет первый ряд лицевой. Я не хочу, чтобы вот эта вот фигня вот такая вот была на лицевом ряду. Поэтому я всегда свое вязание, мне кажется, так много кто делает. Я всегда свое вязание начинаю с того, что я первый ряд просто провязываю изнаночным. Поэтому сейчас первый ряд мы вяжем, должны были вязать изнаночные, но я начну с того, что я сразу буду петли делить на вот эти косы и на вот эти расстояния между косами. Соответственно, я сейчас
якобы вяжу по рисунку, но изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю. И здесь у меня, если бы мы вязали сейчас изнаночные, должны были быть 2 лицевые. Ой, точнее, 2 изнаночные. На изнанке они, соответственно, лицевые. Вот я их и вяжу. 2 лицевые, 15 изнаночных. Раз, два, три. Когда я вязала свой кардиган, то есть я набирала петли по низу, я вам скажу, что я набирала из расчета, то есть образец я считала 15 петель косу вязала, но когда я вязала свой кардиган уже непосредственно, я набирала петли, исходя из того, что у меня коса якобы 14 петель ширина. Делала я это для того, чтобы немножко был как бы к низу сужалась, не было вот этого эффекта юбочки какой-то у кардигана. И потом я вязала 6 сантиметров просто вот без переплетений. Так, потому что было в той картинке, которую мне заказчица показала. Если бы, конечно, я вязала просто кардиган, ну, например, там, себе или на продажу, то я бы сделала в первом ряду переплетения, как это делается в классическом лало. И потом вот в этих 6 сантиметрах, которые я вязала просто полосами такими, секциями изнаночных лицевых петель, я эту одну петельку просто, я даже не помню, по-моему, на высоте 3 или 2,5 сантиметров я эту петельку прибавила. То есть я вязала 7 лицевых, провязала еще одну петлю из протяжки и 7 лицевых. И у меня получились уже мои 15 петель. Так, заболталась и снова забыла, сколько петель провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот. Но когда вы будете вязать образец для того, чтобы связать свой кардиган, вы вяжите косу из 15 петель. Так, 15 изнаночных, 2 лицевые эти петли, которые у нас будут между нашими косами. Можно и одну изнаночную вязать, это вы уже тоже должны смотреть, исходя из своих мерок, потому что, возможно, ваш образец получится какой-то такой ширины, и вы поймете, что вам, например, на ваши бедра не хватает для комфортного ношения там какого-то 1,5 сантиметра. Понятно, что если добавить еще одну косу, то это уже будет не 1,5 сантиметра, а добрых 5 или 6 там. То есть косу не добавишь. Соответственно, добавить можно одну вот эту изнаночную, которая между косами. Это все просто вообще индивидуально. Так. 15 изнаночных. 2 последние лицевые. Чё ж у меня так петли сегодня убегают? И 1 изнаночная кромочная. Вот, и получается, что я провязала, и вот это вот такая цепочечка у меня оказалась на изнаночной стороне, а вот эта вот такая полукосичка, она мне больше нравится на вид, она оказалась у меня на лицевой стороне. Именно поэтому я всегда говорю, что у меня переплетение в каждом 10-м ряду. То есть я этот ряд провязала, и я его как-то даже и не считаю, если честно. Вот, теперь что мы делаем? Как я уже говорила, я вязала сначала без переплетений. Вы уж смотрите, как вам хочется, но я просто сейчас провяжу, ну сколько, давайте, сколько-нибудь допровяжу рядов, просто чтобы показать саму косу, как она вяжется. Ничего там сложного нет. Вот я немножко провязала, теперь буду показывать, как косичку заплетать. У нас наша коса состоит из 3 таких подсекций. Грубо говоря, представьте
или вспомните, как вам мама заплетала косички в детстве, или как вы своим детям плетете, все то же самое, только, ну, соответственно, мы просто это вяжем. И здесь даже схема никакая, в принципе, не нужна, это стоит всего лишь один раз просто вдуматься и понять. Даже новичкам не нужна эта схема абсолютно. Смотрите, вот наша коса, это 15 петель. По 5 петель поделили. Сейчас будем вязать, поймете. И нам нужно заплетать нашу косу. С какой стороны вы начнете заплетать, абсолютно не важно. Я, знаете, как сделаю? Я покажу, чтобы не тратить ни ваше, ни мое время лишнее. Я здесь заплету косу в одну сторону. Вы потом, когда будете вязать свой кардиган, вы все косички заплетете, как здесь. Потом провяжете 9 рядов, и в 10 ряду будете заплетать, как я вот покажу вот на этом кусочке. Чтобы все было как бы максимально экономично, рационально. Смотрите, мы вяжем, значит. Ну, естественно, мы снимаем нашу кромочную, 2 изнаночные. Я начну заплетать косу, как бы, если бы я правой рукой, вот представим волосы дочи вашей, и правой рукой, когда я вот делаю захлёст. То есть вы, когда вяжете косичку, вы вяжете правой, левой, правой. Ну, представьте просто это движение. Вот. И сейчас я буду заплетать косу вправо. Значит, что я делаю? Что-то у меня булавка покосилась, моя любимая. 5 петель я снимаю на дополнительную спицу. И смотрите, если я сейчас, вы просто вот зрительно представьте, эти петли оставлю перед работой, то у меня коса заплетется вот так. То есть это если бы была обратная коса. А мне нужно, чтобы вот эти петельки вышли наверх. Соответственно, я оставляю эту булавку свою за работой и вяжу следующие 5 петелек. Вот здесь всегда спорный вопрос, стоит ли сильно затягивать. Не знаю, я когда-то очень сильно затягивала здесь, прям чтобы аж трещало. Так, чтобы сильно вот оставлять, никогда не оставляла. Я, ну, знаете как, я как вяжу, так и вяжу. То есть я не подтягиваю, не придерживаю. Во-первых, если сильно потянуть, то следующие 5 будет очень сложно вязать. Провязала. 1, 2, 3, 4, 5. Сняла. И теперь беру свою булавочку. Ниточку там оставляю за булавочкой. И петельки все возвращаю на левую спицу. 1, 2, ни черта мне, конечно, не видно, 3, 4, 5. И теперь вяжу следующие 10 петель. 1, 2, 3. Вот, смотрите, потеряла одну петельку. Вот это минусы вязания в несколько нитей. Если у вас еще, конечно, плохое зрение. 5. И следующие 5 просто вяжу. Так. 2 изнаночные наши, которые у нас между косичками. Ну, у меня были 2, у вас не знаю, сколько будет. Вот, смотрите. То есть, если сейчас представить, что будет дальше, то вот эта косичка, она как бы вышла наверх. Вот. И вот таким образом вы вяжете все-все-все-все косы до конца. Потом провязываете 9 рядов, то есть сейчас будет как будто бы у вас изнаночный, лицевой, и так вот 9 рядов, и на 10 ряду вы выходите, что у вас снова лицевой. И уже будете провязывать по-другому. Сейчас покажу, как. Первые 5 петель, это вот эти якобы, мы
просто провязываем. 2, 3, 4, 5. Следующие 5 петель, то есть нам теперь вот эти вот нужно заплести наверх. Мы снимаем. 1, 2, 3, 4, 5. И оставляем их перед работой. Берем наши спицы и вяжем следующие 5 петель. Снова сильно я никогда не подтягиваю, просто вяжу. 2, 3, 4, 5. Беру дополнительную спицу, булавку. Не пользуюсь я дополнительными спицами, я всегда как-то вот научилась булавкой. Или мне кто-то показал, я уж и не помню. 3, 4, 5. Я их опять одела на левую спицу. И теперь вяжу до конца лицевыми. 1, 2. Что-то тут у меня опять снялось неправильно. 3, 4, 5. И 2 изнаночные, и кромочная также изнаночные. Вот и весь узор. То есть здесь мы оставляли, мы вязали первые 5 петель, оставляли за работой, провязывали 5, возвращали с дополнительной спицы, с булавки, и потом провязывали 5 просто. А здесь наоборот, сначала мы вяжем просто 5 лицевых, 5 снимаем перед работой и провязываем вот эти 5 последних, и потом с дополнительной спицы провязываем. И получается, что у нас косичка закрутилась в другую сторону. Сейчас покажу, я уже дальше вязать не буду. Нет смысла, потому что все равно потом я это распущу. Сейчас покажу вам свой образец, и там еще пару слов скажу. Вот мой образец. Такой приплюснутый он стал. Так, вот я его вязала и мерила. Когда свяжете образец, постирайте, обязательно постирайте. И как видите, когда это все вяжется, у меня, правда, здесь вот одна изнаночная, но это я вот когда замерила, я поняла, что мне не хватает сантиметра, и там не сантиметра, наверное, 1,4 сантиметра мне не хватало в идеале. Ну и вот я здесь сделала 2 изнаночные между косами и вышла на ту ширину, которая мне нужна. Смотрите, вы потом, когда постираете, это у вас все высохнет, отпарите, если вы парите, и если собираетесь парить, и будете мерить, не вот здесь, и не вот здесь, а в том вот месте, где у вас есть переплетение. Вот вы положили ровненько на том ряду и посмотрели, где заканчивается. Вот тут же у нас еще изнаночная, поэтому не здесь, а вот она где заканчивается. Вот я вижу последнюю лицевую, которая ушла у меня под низ. То есть у меня 6,5 сантиметров коса моя. И получается, что вот сначала, как я говорила, как я здесь вязала. Вот у меня сначала в эту все косы, в эту сторону. Потом я провязала свои 9 рядов. И уже заплетала косичку вот так. Наверх. И потом вот получается вот такая косичка. Ну, конечно, опять же, все косички не видно. На кардигане все хорошо видно, он там не приплюснутый. Вот, поэтому ничего сложного здесь нет. И еще к чему хотела бы вас призвать. Если вы вяжете такой кардиган, вяжите одним полотном. Вяжите одним полотном, потому что, ну, во-первых, зачем вам лишние швы? Все не любят сшивать, это понятно. Если кто-то любит сшивать или относится к этому как-то обыкновенно, то есть никаких негативных эмоций не вызывает, я, конечно, блин, просто даже рада за вас. Я терпеть не могу сшивать, плюс там нужно будет
вам нужно будет лишний раз набирать петли, лишний раз вязать первый ряд, лишний раз считать ряды. Тут вы одной тушкой, когда вяжете, вы же считаете ряды. Ну, пусть этот ряд длиннее у вас. Ну и черт с ним, вы же все равно эти петли потом будете вязать, когда будете полочки вязать. То есть больше работы от этого не станет, наоборот, меньше. Меньше посчетов, меньше не надо будет время тратить на сшивание. Не надо будет потом сидеть и смотреть, когда у вас будет градиент, если кто с градиентом вяжет, чтобы у вас этот градиент на стыке, на шве сошелся идеально. Поэтому вяжите одним полотном и не бойтесь того страшного количества петель, которое у вас выйдет в сумме. Так, в принципе, все, что хотела, вроде бы рассказала. Ровных вам петелек. Вяжите свои кардиганы, хвастайтесь. В группе ВКонтакте есть альбомчик для ваших хвостушек. Выкладывайте обязательно туда, что у вас там получается. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. Я буду прощаться. До новых видео. Всем пока-пока.